Вот маленькая, совсем маленькая. Скажи, я маленькая. В два раза меньше. А, я бы маленькая. Господи. Луша! Не пугай деревню. Только что покушала. Давай, будешь? Скажи, я не ем такое. Не приучен. Сладко. Давай. Одну морковку принесу. Не обижают ее маленькие? Нет. Не обижают тебя? Нет. Ты хороший. Ну, а ты мой. Совсем маленькая. Да, уж совсем малюсенькая. Вообще-то не кормили, что ж. Это вообще. В сравнении с лоняшей такие с ней. Так, это кто у нас? Вот этот большой. А, это алтайский большой, да? А это у нас малек. Скоро запутаешься в них. Морковку сам целый день подъедаем. Не отнимай. Не отнимай, дай маленькую поесть. Дай маленькую поесть. Так, все вон толстопопые сползают. Не отнимай. Так. На, вот эти тоже дам несколько ягодок. Но? Ай, свет мешает, да? Там у меня еще лежит. Вон еще, смотри, сзади тебе. Алтайские такие мохнатые. Ровеснички, да? Ага. Ровеснички. Вот это и вот это. Это ровеснички. Куда же ты на выпуск? Конечно, на выпуск не возьмешь. Какой выпуск? Маленькую. Этих ты не знаешь, как выпустить. Так, не обижать маленькую. Господи, глаза выпучила. Смотри, сзади тебя еще виноградик. Вот это наши, выкормыши, да? Вот это вот приехали. Ай, отжали. А вон здесь дальше. Отобрали. Тася, иди, пока они там подъедают. Сейчас тебе еще носят. Там еще и есть? Я по тапочкам кормила. Я просто говорю, это и это, да? Одногод. Да, если мы говорим, они говорят, нет, это маленькие. Я говорю, нет, маленькие, они все одинаковые. Да, они все одинаковые. Просто этот совсем маленький. Ты же говоришь, что даже она старше, такой по дате рождения. Не знаю. Она сказала, что она 21 января рождена в тот момент. Тё, моя крошечка, тё, моя хорошая. Не обижать её. Ты моя хорошая, это хорошая девочка. Не бойся, она ещё боится. Боится, конечно. Ну, моя сладкая. Ай-яй-яй-яй-яй! Ай! Ай! Боится. А кусать зачем? Тебя же не трогают. Все ей. Кусается. Ну, показывает. Скажи, я маленькая, но укушу, да? Молодец. Ну, вот это вот трудно укусить. Так. За нос. С характером девчонка-то. Вот так вам. Маленькая, да, маленькая, вон всех прогнала. 20, что ли, или 30? Чего? Вот это алтайские, а это так. Вот. Ир, отвлеки, давай. Ребят, идите туда. Идите, давайте сюда. Иди сюда. Чем?
кто из вас кто, не поймешь. А я их не, они одинаковые совершенно, как эти. Ну, как носик и хвостик. Не, ну носик с хвостиком так отличить-то не проблема. Ну яйцо я бы тебе дала, но ты ж не будешь яйцо перекрыть. Вот малька хорошо отличить. Малюк, да, он темный и... Он... И взгляд у него такой из-под лобья. И он злющий, как медведь. Злющий. Во, сейчас. Вот это малек шумит. Ну он драчу, он же к нему заходишь, он сразу драться лезет. Эти вот добрые. Малек злой. Да, малек злой. Господи, какая маленькая на фоне этих. У нас там, да, с луком никто не будет из медведей уже жить, получается, да? Если они туда клетку ставят собаку. Пока временно.